Когда уже не ребенок, но еще и не взрослый, вручение главного документа превратилось в особенное торжество для четверых юных ивантеевцев. А пока творческая нотка и напутственные слова. Вероника Клок в свои 14 лет ведет активную общественную деятельность. Она активистка комплексного молодежного центра. В теремок сходить, к детям поиграть с ними. Мы несколько раз ходили к старичкам, то есть на 9 мая мы давали им конфеты, там подарки, вот. Окна мыли, там балконы. Сегодня я пришла с сестрой и с бабушкой. Естественно, я волновалась, как бы 14 лет, паспорт. Всего в Ивантеевке в этом году получили свой главный документ около 200 школьников. Ольга Мариничева, Владимир Безлепкин. Программа «День за днем».